Режиссер Влад Костин и художник Светлана Рыбина из Москвы ставят в Нижнетагильском театре кукол спектакль «Царевна Несмеяна». Начались первые репетиции. Все как-то очень... плоско относится, примитивно относится к той самой истории, почему царевна Несмеяна плачет. Все думают, что она как капризная. Когда я начал перечитывать ту самую исходную сказку, там было ясно написано, что эта царевна страдает от того, что ее ничего не радует. Спектакль выполнен в жанре балаган. Главная изюминка – живая музыка. Играть на барабане и русской гармонии актерам театра пришлось учиться на протяжении нескольких месяцев. Занимались каждый день во время новогодней кампании, после новогодней кампании. Искали любые минутки, лишь бы позаниматься. Потому что ответственное дело – музыкальный инструмент, который нам еще ни разу не был известен. Пока актеры репетируют на сцене, в мастерской идет доработка кукол. У нас там не очень большое количество кукол, просто они все с небольшим фокусом, поэтому, например, с переворотными головами. Вот, и таким образом одна кукла может выглядеть как две. Вот. Просто в зависимости от сцен вот, мы используем фокусы и от разных картин. Это получается один герой или два героя? Да, это один герой в разных эмоциональных состояниях. Всего в спектакле задействованы 4 актера и 12 кукол. Премьера постановки намечена на 2 марта. Билеты можно приобрести не только в кассах, но и через сайт Нижнетагильского театра кукол.